Итак, мы на самом главном развлечении острова Вайт. На канатке, который идет белыми клифами. Так, впереди нас встречает море. И приветствует вороны. А вот и главное развлечение. Клиффы, которые торчат как иглы. Так, ну вот канатка остановилась на несколько минут. Секунд. И мы поплыли снова. Пожалуй, одна из самых интересных канаток, на которой мне доводилось ездить. Сними лестницу. Ага. Есть еще такой, значит, фудпас. Вот. Желающие могут спуститься вниз к пляжу или подняться наверх, на гору, вот по такой цивилизованной лесенке. Слышно, как шуршит галька под ногами. Вот, в общем-то, видно, как люди, в общем, могут спуститься. Небольшое туристическое. Так, и вот мы сейчас... Убираем. Да. Are you getting off or staying on? No, we're getting off. Feet back, please. Okay. Put me on. Cheers, thank you. Great day, all right. We are getting on the beach. Вот отсюда видно. Вот откуда мы спустились, с какой высоты. А, ну вот, верхняя станция. Ну вот так вот у нас в начале апреля. Самый солнечный остров всей
Великобритании.